тогда я тоже могу читать. Это видео прислала нам на почту пользовательница Инстаграм с ником Авелина. Пишет, что крымчанка. 24 мая, Краснокаменское озеро. Уровень воды понижен, но не критично. Прошло 3 месяца. Это же место. Теперь воды в горном водоеме почти не осталось, показывает девушка. Краснокаменское озеро. Оно высохло. Еще совсем недавно мы приезжали, здесь вода была вот где-то вот до сюда. Мы проверили то, что показала Авелина. Речь идет об одном из 3 озер к северу от поселка Краснокаменка в Большой Ялте. Верхний водоем на карте, полноводный. Это видео мы отсняли в конце сентября. Воды здесь достаточно, на озере рыбачат. Нижнее озеро обмелело, вода грязная и застойная, но она есть. Среднее из 3 озер пересохло больше всего, и именно его показала Авелина. От глубокого водоема остались 2 лужи. На берегах, где раньше была вода, пасутся лошади. Еще 3 года назад на озере массово отдыхали туристы. Мы сейчас находимся на озере Краснокаменском. Здесь спокойненько, тихо, родничок пополняет озеро. Все жарят шашлычки, отдыхают. В путеводителях это озеро рекомендовали туристам. Отсюда видно гору Аюдак. До того, как водоем высох, водой из Краснокаменского поливали виноградники Массандры. Они совсем рядом. Именно в этой местности выращивают уникальный сорт, из которого изготавливают мускат красного камня. Это вино выиграло 18 наград международных выставок. Чтобы его получить, надо, чтобы в винограде было 29-30% сахара. Это очень непросто, потому что, как правило, это уже бывает конец октября, может быть, начало ноября. А вдруг снег пойдет, а вдруг дождь, а вдруг град. Расположенная в горах на высоте около 350 метров, Краснокаменская питалась подземными источниками. Теперь они исчерпались, убеждает крымский эколог Маргарита Литвиненко. Озеро, а ему же откуда-то нужно брать воду. Первое средство пополнения воды – это осадки, осадков нет. И второе средство пополнения воды – это подземные источники. А подземные источники истощили все, и озеро пересохло. Массовое бурение скважин в этом районе – причина исчезновения Краснокаменского озера, считает эколог. Сейчас подземные слои из-за того, что набурили очень много скважин, из них выкачивают огромное количество воды и огромная антропогенная нагрузка, конечно же, на этот участок и на другие участки Крыма. Озеро истощилось, подпитка истощилась, поэтому озеро и пересохло. В Инстаграме мы заметили, как пересохло еще одно крымское озеро рядом с селом Залесное Бахчисарайского района. Это видео опубликовала пользовательница с ником Эмине. Ничего себе! Вообще. Год назад, в мае, на этом же озере побывал блогер Сергей Пакитько. Водоем был наполнен кристально чистой водой. Глубокая, кстати, как родниковая. Вода чистейшая, чистейшая, прозрачная, препрозрачная. Она довольно-таки большое озеро. Но с той стороны оно частная собственность, нас попросили перейти на эту сторону. В прошлом году мы рассказывали, как исчезло озеро Багайлы в Сакском районе Крыма. Сейчас здесь лунный пейзаж. Хотя еще год назад на озере ловили бычков и карпов. Рыбы было много, ловили там. Я сама рыбачка. В сентябре стало известно, что высохло знаменитое розовое озеро Сасык-Сиваш, расположенное между Евпаторией и Саками. Об этом в Facebook сообщил крымский активист Игорь Курсов. Евпатория потеряла в этом году одну из своих достопримечательностей – розовое озеро. Озеро просто исчезло, оставив слой розовой соли. За все время его многолетнего существования это случилось впервые. Озеро исчезло из-за добычи песка, считают крымские экологи. Это действительно могло стать причиной исчезновения водоема, подтверждают в Национальном экологическом центре Украины. Многие говорят об использовании озер в Крыму для добычи песка. И это также может быть существенным фактором в том плане, что когда добывается песок, делается водопонижение. Это означает, что в результате добычи песка водоем становится глубже, вода опускается ниже и уходит в грунт. А вот что осталось от озера Большое неподалеку Коктебеля. Здесь были рыба и раки, гнездились водоплавающие птицы, сейчас потрескавшееся дно. Также обмелело озеро Кызыл-Яр недалеко от Евпатории. Водоем уникальный, потому что его глубокие воды были солеными, а поверхностные – пресными. Теперь видно дно. Почему крымские озера исчезают, нам объяснили в Украинском институте водных проблем и мелиорации.
Если осадки не выпадают, то вода из тех же озер питает грунтовые воды или почву прилегающей территории. Учитывая, что температура у нас растет и происходит испарение, таким образом водный дефицит растет, и рано или поздно это приводит к полной потере воды и, соответственно, озер. Перекрытый Северокрымский канал, уменьшение осадков, деятельность человека и массовое бурение скважин – главные причины исчезновения Крымских озер, убеждены эксперты. И дальше лучше не будет. Водная криза. Водный кризис будет только усиливаться. И не стоит ожидать, что этот один год был плохой, а дальше все у нас будет окей. Нет, этого уже не будет. Это однозначно. Сейчас по критериям ООН Украина относится к странам мира, малообеспеченных водой. Если на душу населения приходится менее 1700 кубометров воды в год, эта страна является водонеобеспеченной. В Украине этот показатель вырос. Он составил недавно 1000, а сейчас 1200. И это только потому, что у нас снизилась численность населения, а в плане ресурса у нас ресурс уменьшается. В Крыму показатель обеспечения человека водой еще ниже, предполагают гидрологи. Если каждый год на полуострове будут высыхать 10 озер, то примерно через 30 лет озер в Крыму не останется.